Ухоженный двор с зеленой зоной и современной детской площадкой – мечта любого жителя многоэтажки. И она начинает сбываться. На Ульяновской 70 завершаются работы по монтажу комплекса. Размер 10 на 30 метров. Прорезиненное покрытие, множество качелей, горок, турников. Здесь же домик, песочница и лабиринт. Детвора, несомненно, оценит. Вы знаете, очень прекрасно, когда есть где погулять с детьми. Очень радуют новые площадки. Даже на старой площадке мы всегда с удовольствием играли. А на днях мы увидали, когда началась перестройка. И поэтому мы каждый день ходим и наблюдаем, что же нам нового и красивого сделают. Мы очень будем благодарны, когда вот такая будет красота. Сказано, сделано. С инициативой создания новых игровых площадок выступили депутаты. Документацию разработал «Бобруйск-проект». К благому делу подключились предприятия, фондок, КПД, фабрика художественных изделий. И не только. Средства из городского бюджета. Я считаю, что очень важно благоустройство дворовых территорий в плане устройства детских современных площадок с покрытием безопасным. Деткам и их мамам будет более спокойно, что они нигде не упадут, ножку не разобьют. А также это у нас первая практика для устройства таких площадок. Я надеюсь, что каждый год мы будем устраивать все больше и больше дворовых территорий. Работы кипят и на строителей 24. Здесь трудятся специалисты Бобруйского завода КПД. Монтируют покрытие, укладывают тротуарную плитку. Игровые элементы подвезут через несколько дней. Скоро здесь появится не только новая детская площадка, но и спортивная. Можно будет и в футбол погонять, и в баскетбол сыграть. Раньше здесь была хоккейная площадка. Она просто была не востребована. А сейчас буду строить комплекс тренажерный для детей. Это замечательно. Детки будут заниматься, приобщаться к спорту. Так что и для малышей хорошо, и детки, которые уже постарше. Молодцы, замечательно. Комфорт маленьких бобруйчан – главный приоритет. Еще в ноябре во дворах города появились 9 детских площадок. Домики с горками, скалодром, лестницы и турники. Все изделия из металла, содержат защитные вставки из пластика и резины по стандартам безопасности. Такие игровые комплексы – подарок от Бобруйского горисполкома. У меня двое детей, поэтому один маленький у меня всегда в коляске, другой гуляет тут вот на площадке с этими детьми. Детей много, хорошо. Самое главное – есть горка, песок. Песочница. Песка много привезли, хорошего, поэтому деткам тут просторно, комфортно. Хорошие качели, все благоустроено. Главное, все для детей. Всего в Бобруйске установят 9 игровых комплексов. На двух разместятся спортивные зоны. В списке дворы Наурицкого, Парковой, Минской, Горелика, Крылова, Орджоникидзе, Ульяновской и по проспекту Строителей. Работы по монтажу планируют закончить до 25 июня. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.